Кустинская уводила несколько мужчин из семей. Так актриса увела мужа у своей подруги, тоже актрисы, Натальи Фатеевой, космонавта Бориса Егорова. В итоге Кустинская разошлась с Егоровым, так как он ей изменял и была в последние годы одинока. Позже и сама Наталья Фатеева закрутила роман с женатым Владимиром Басовым. Спустя 3 года их брак также был завершен. Марина Ладынина стала встречаться на съемках фильма с женатым режиссером Иваном Пырьевым. Позже пара развелась, так как режиссер изменил Марине с молодой актрисой. Режиссер Сергей Бондарчук оставил свою жену и дочь ради возлюбленной Ирины Скопцевой, с которой создал новую семью. Наталья Гундарева 3 раза была замужем, и каждого из мужей она увела из семьи. Актриса Лилия Журкина разбила пару Евгения Евстигнеева и Галины Волчек. Марина Зудина долгое время встречалась с женатым Олегом Табаковым и стала позже его супругой.